Самый важный пункт в списке необходимых вещей – это корм. Корм выбирайте специальный для щенков, лучше суперпремиум класса, так как в нем учтен баланс витаминов и микроэлементов. Если же вы выбираете натуральное кормление или корма эконом класса, то дополните рацион щенка витаминами. Также запаситесь лакомствами для щенков, они пригодятся вам в процессе воспитания малышей. Помимо пищи, щенку необходим базовый комплект аксессуаров для юного питомца, и собрать его рекомендуется каждому ответственному хозяину: удобная лежанка, разместить которую нужно в уютном месте без сквозняков и высокой проходимости. Две миски для еды и воды и подставка под них. Ошейник из мягкого материала, не травмирующего нежную кожу. Адресник, поводок или рулетка. Безопасные игрушки, которые при давлении не распадутся на острые частички и не поранят щенка. Лучше всего приобрести специальные игрушки в зоомагазине. Щетка для расчесывания шерсти, модель которой зависит от особенностей шерстного покрова породы вашей собаки. Когтерез для собак. Салфетки и лосьон для чистки глаз и ушей. Шампунь для щенков, желательно, гипоаллергенный. Хорошо впитывающие полотенца, средства от паразитов, блох, клещей, глистов и тому подобное. Клетка-домик или вольер, одноразовые или многоразовые пеленки. Бутылочка для вскармливания щенков, если питомец еще находится на материнском вскармливании. Средства от пятен и запахов. Переноска. Кроме того, в доме обязательно должна быть аптечка. Традиционно в нее входит термометр, лучше электронный с гибким наконечником, бинты, стерильные и самофиксирующиеся, дезинфицирующие средства без спирта, средства от диареи, сорбенты, ранозаживляющая мазь, телефоны близлежащих ветеринарных клиник или ветврача. Так выглядит базовый, стандартный комплект, собрать который совсем не сложно, зато, благодаря ему, с первых дней пребывания в новом доме щенок будет чувствовать себя комфортно, а вы будете вооружены базовой аптечкой на случай возможных недомоганий или травмы малыша. Также не забывайте о безопасности любопытного питомца, ведь в новом доме его ждут интересные открытия, которые могут оказаться для малыша опасными. Подробнее об этом читайте в статье «Как подготовить дом к появлению щенка». Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.